Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Всем привет! Сегодня поговорим на тему, как правильно хранить икру в холодильнике. И у меня вот для примера есть баночка и красной икры зернистой, которая хранится вот у нас на праздник какой-то, и баночка минтаевой икры, которая для ежедневного пользования, так сказать. Минтаевая икра у меня хранится уже несколько дней, она была просто накрыта полиэтиленом, поэтому хотела просто посмотреть, как у нее изменилась внутренняя составляющая банки. Но на самом деле никак не изменилась за несколько дней. Ну, продукт все равно уже можно только выбросить, потому что несколько дней стояла открытой, и в открытом состоянии ее хранят не более 36 часов. Ну и плюс ее надо перекладывать все-таки из баночки, из этой, потому что окисление все равно происходит, и уже вкус продукта уже не тот, как у открытой, свежеоткрытой банки. Ну, то есть вот отсюда сразу моя первая полезная информация, то, что если вы открыли жестяную банку с икрой, то если вы ее всю не съели, нужно переложить ее в какую-то керамическую, фарфоровую, стеклянную какую-то емкость, в которой мы ее закрываем какой-нибудь плотной крышкой, можно вот, полиэтиленовой, и убираем обратно в холодильник. Как мы можем продлить срок годности икры? Если у нас икра к нам попала раньше нашего мероприятия, которое мы хотим ее презентовать, или просто мы хотим, чтобы она подольше хранилась, тогда есть несколько советов. Например, один из советов – это ошпарить икру водой парасольной. Там мне показалось, что это слишком сложный совет, поэтому я даже не буду акцентировать на нем свое внимание. Мне кажется, что есть более подходящие способы. Например, переложить вот из заводской упаковки, скажем так, икру в стерильную какую-нибудь емкость и залить сверху ее слоем масла. Таким образом, мы икру можем вот из упаковки, переложив, сохранить ее в течение недели где-то. Если мы ее укладываем в стерильную банку, плотно-плотно закрываем, то так, ну, даже до месяца можно ее законсервировать, можно сказать. Если она у нас вот остается вот в таком виде, в жестяной упаковке, тогда она у нас будет храниться не более суток. Причем хранить икру нужно в самом максимально холодном месте в холодильнике. Нужно стараться его быстрее употребить, потому что после того, как вы ее открыли, она начинает сразу портиться. И если вы даже не чувствуете уже изменения вкусового, все равно уже все полезные ее свойства уже начинают сходить на нет. Ну, поскольку икра в том числе очень полезный продукт, и употребляют ее из-за этого, тоже из-за пользы, поэтому мы это не будем списывать со счетов. Кроме того, что хранить в холодильной камере, можно хранить ее еще в морозилке. Для того, чтобы ее заморозить, можно положить ее, если у вас есть такое отделение шоковой заморозки, ну, не обязательно шоковый, какой-нибудь быстрый. У меня это тоненький лоток, укладывайте икру в него, в этот лоток, там в течение полчаса она замораживается, потом обязательно нужно переложить ее в основное отделение. При соблюдении температур ниже 18 градусов она будет храниться до года. После того, как вы икру вынимаете из морозильной камеры, вы не должны ее сразу выставлять на комнатную температуру, она должна размораживаться постепенно, то есть убираете в холодильник, она размораживается, и тогда выносите для того, чтобы есть. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Это было все. Все права на видео принадлежат каналу «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если видео было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.